У молодежи много комплексов и много страхов. Они почему-то думают, что их не примут на работу в лучший банк, что они не смогут выиграть стипендию Стэнфорда или Оксфорда, а что они не смогут выйти замуж в Грецию или, например, не могут поехать учиться в Нидерланды на 2 года, а потом остаться там на длительную стажировку. Это я говорю о учениках, которые все это сделали. Поэтому я прежде всего на первом встрече говорю, чего ты хочешь в жизни? Вот скажи, ты будешь вот выносить мой ужасный требовательный характер как профессора экономики и переписывать одно и то же 25 раз, и при этом не уйдешь от меня? Он говорит, я уже все слышала вас. Буду терпеть. Я говорю, не терпеть, а работать будешь со мной. И сразу же им говорю, скажи, кем ты хочешь быть через 5 лет, как ты себя видишь? Если он говорит о том, что он будет работать в Краснодаре, в администрации края, клерком или в банке, я говорю, слушай, вот, специально в администрацию края готовит государственное муниципальное управление факультет. Иди, там есть вот такие профессора, я не смогу тебя туда подготовить, понимаешь, у меня нет опыта. И стараюсь с этими людьми не работать. А если он говорит, Людмила Федоровна, я буду учиться, я уеду в Силиконовую долину, буду учиться в Стэнфорде и получать стипендию, там окончу магистратуру. Я говорю, слушай, как хорошо, что ты меня выбрал. Давай посмотрим, когда мы в Стэнфорд уезжаем? Он говорит, ну как когда, 4 года осталось. Потом аспирантура, поступаем в аспирантуру и в Стэнфорд. А другой мне говорит, Людмила Федоровна, я сделаю бизнес, школу-студию день и ночь, там будут танцевать 500 человек, я буду самый успешный предприниматель. Я говорю, когда? Он говорит, на 3-м курсе. Я говорю, Володь, давай сейчас уже бизнес-план писать, то опоздаем. Вот у этих людей нет страхов. А если он приходит и говорит, Людмила Федоровна, знаете, боюсь, я говорю, знаешь, давайте я с Вовкой познакомлю, тут ничего не боится, наглый, как танк, ходит, ко всем все рассказывает и так далее. Он говорит, ну, познакомьте, может быть, он действительно, я начинаю сплачивать людей, тех, у которых есть страхи, у кого нет страхов. Они, и те обычно, у кого есть страхи, они в подчинении у тех, у кого, потому что они боятся рисковать. Они делают один проект вместе, второй проект вместе, и потом они потихонечку говорят, ты знаешь, я буду делать свой проект. И смотрю, уже тот, который был, говорит, давайте я тоже буду помогать. И вот у них идет такой взаимообмен. Мне остается только помогать им, звонить. Слушайте, вы что, забыли про меня? Людмила Федоровна, у нас же в ДК, там, в Институте культуры великолепный конкурс, вы там в жюри. И вы знаете, если бы я успевала ездить и ходить ко всем ученикам, то мне надо было бы, наверное, 28 часов в сутки, потому что многие обижаются, многие делают новые проекты, и я просто не успеваю даже посещать их. Мне Бог дал возможность работать с самыми талантливыми детьми России. Вот просто других у меня не бывает. Поэтому что не хватает молодежи? Да все у нее есть, абсолютно все. Не хватает, может быть, терпения наставников, чтобы их на путь истинный наставить.